Полетели. Кидай. Вова. Вова. Геннадьевна, скажите, откуда такая идея, которая вот сейчас уже воплощена в жизни у нас в Ивангороде, откуда она у вас появилась, что это за акция, к чему она вообще приурочена или это постоянная, можете как-то рассказать? Да, но идея не моя, идея пришла к нам из Санкт-Петербурга, где создана организация «Раздельный сбор», филиалом которой мы вот являемся, да, они проводят акции каждый месяц. В нашем городе акция проводится каждую последнюю субботу месяца с 11 до часу у магазина «Точка» на Матросова 1А. Мы ждем всех желающих. Приносите, пожалуйста, все, что вот хотите, да, вторсырье, которое можно переработать. Например, это может быть макулатура, жестяные банки, пластик, ПЭТ-1. Это все бутылки от напитков, крышечки с маркировочкой 2, это от тех же напитков, можно приносить к нам в сердце, которое у нас стоит тоже здесь рядом в центре. Также мы принимаем все пакеты, то есть в основном пакеты это двойка, четверка, пятерка, их можно не сортировать по фракциям отдельно, да, все вместе собирать. Главное, чтобы они были чистые и без бумажных наклеек. Вот, также что мы еще принимаем? От бытовой химии, это в основном двоечка, маркировка. Маркировку можно посмотреть на треугольничке, на донышке, либо сбоку. Иногда бывает на этикетке написано. И пятерка, это вот в основном стаканчики от сметаны, вот такие тоже можно приносить. Да, батарейки можете также приносить. Пока что у нас нет, к сожалению, пункта, куда мы можем сдать батарейки, да, поэтому мы взяли вот такое добровольное на себя обязательство собирать батарейки, и после этого мы отвозим их в ленту, где есть сертифицированный пункт сбора батареек, и они уже отправляют их на утилизацию. Все мы уже знаем, что наша планета уже тонет в пластике, не говоря уже о том, что им захлебывается весь океан в пластике, уже пластиковые острова у нас плавают, мусора. Животные гибнут от пластика, принимают за еду, попадают в капканы от бутылок. Пластиковые трубочки попадают черепахам, кстати, в нос. Они от этого могут гибнуть. Приходится людям тоже на волонтерских началах их спасать. А мы можем сейчас спасти их и себя. И просто не выкинуть это в мусорку или тем более куда-то там на обочину, на дорогу. Не мусорить, а принести это и сдать. И после этого идет все это в переработку. Например, из бутылок тех же, которых вот от напитков, от молока, прозрачные бутылочки, можно делать форму. Кстати говоря, вся команда по футболу сборной России и команда «Зенит», они все одеты в форму из переработанных бутылок. Так что берите пример. За покупками ходите с авоськой, не покупайте лишний пакет. Вот, бутылки используйте для воды многоразовые, и будет вам счастье. Дорогие ивангородцы, приходите к нам на акцию, приносите вторсырье, давайте сделаем наш город вместе чище, не будем бросать мусор на обочины и мимо урн. Если хотя бы вы донесете до урн, это уже будет хорошо, а если вы донесете до нас, то будет вообще очень здорово, очень круто. Покажем пример всем остальным городам, какой вот город у нас маленький, но сплоченный. В Европе уже давно все разделяют, что мы хуже Европы. Нет, мы лучше их. Так давайте вместе сделаем наш город чистым и красивым.